О, ебать, четко. Значит, смотрите, выстраиваетесь, а потом да. Я буду всем говорить менять, и вы меняете, и я опять по кругу буду по-новому идти, окей? Сейчас вот выстроитесь и нормально кидайте позы. Давайте, прокидывайте, и будем смотреть. Крутая майка. А, осуждаю эту позу. Вот это прикольное. Вот это прикольное, это типа реально умер. Есть у вас что-то? Можете между друг другом по три блока хотя бы сделать? Сделайте по три блока между друг другом. А то, ну, что-то... Нихуя ты с гитарой, блядь, прилег. Вот это круто. Вот это тоже круто. Вот это уйди отсюда, пожалуйста. Самая крутая поза. О, еба! Ой-ой-ой. Я в ТикТоке видел, что именно так надо. Это эмоция, что у нас стыбжено, скачано. Ладно. Вот это тоже прикольно, наверное. А возьми что-то в руку. Возьми хоть что-нибудь, чтобы ты типа махать будешь в руке что-нибудь. Ладно, неважно. Это что ты сейчас сделал? Это я типа осматриваю предмет. Прикольно. Так, здрасте, у вас. О, подожди, это как будто вызов на бой даже, блядь. Это, ну да, это да, да. Это из Жожа. А. Опа, не, вот такое я видел, только я видел то, что нога к стене прислонёта. Да подумай, смотри. А ну. Сейчас. Вот к этому челику, допустим. Так, а ну. Давай. Хорош, понял. Чисто ударил его. Нормально. Так, вот это видел, прикольно. Я еще умею вот так вот кушать буррито. О, вот это нормально, одобряю. Вот это вот сделал вот этот вот чувак. А, ты шаришь? Да, охуя. Он просто мастер. А сколько занимает создание одной анимации, сэр? Ну, смотря какая. Если легкая, то минут за 5-10 можно сделать. А ты можешь выбирать, зацикленные или не зацикленные, да? Да. Прикол. А ну, можно еще выбрать, с которой можно ходить, а с которой нельзя будет ходить, да? Да, это... Охуенно. Не, так сделать да, не получится. Да, не. А еще можно сделать вот так. Вот это я осуждаю, конечно. Почему? Но я видел такое. Походи. Осуждаю. Так, а давайте по новой. Выстраивайтесь по три блока друг от друга, пожалуйста. Так, ну-ну, показывай. Так. А, типа поправляет одежду. Прикольно. Вот это прикольно. Так, прикольно. Здрасте, у вас что? Сейчас. Я буду потом по новой по кругу ходить, поэтому прокидывайте. Это что такое? А что это? Сигарету как будто курить. А, это реально сишка. Это сишка может быть. И покашлял, смотри. И опять... Да, круто. И подожди, не... а есть сигарета у нас? Что переименовать, чтобы сигарета была? Тыкву, да? Эспер оле плей, тыкву переименовать. У меня есть, да. Можешь, пожалуйста, сгонять? Это... Поп... А. Вот этот вот Челикс, да, также еще ресурс паком занимается, вот этот Бертом. Можешь его тоже скачать, там вот эта сига как раз и есть. Нормально, сейчас сек. Вот, возьми, только верни мне, чтоб не было бана. А ну-ка. А, бля, она такая маленькая, она не отображает. Ты взял, да? Бля, она маленькая слишком. Вот, сигаретка, вот. Давай, иди сюда, с сигареткой. Вот, возьми, вот она, вот видишь, на лавке. Здрасте. Ты удачно зашел. Здорово! А ну, есть? Нет? Не получилось? Нет. Тогда давай сюда ее, а то бан. Все, чтоб не... Выстраивайтесь нормально. Ну, сигаретка, ладно, все равно нормально. А возьми какую-то, может, палку, блядь. Или вот факел, попробуй факел, потом вернешь. Суперденс, верни факел. Не, мне кажется, факел надо, факел курить. У меня есть факел. А ну-ка, давай, покури. Yes. Так. Ну, типа того. Осуждаем. О, нашли. Красиво куришь. Здравствуйте, это... у вас есть что показать? Это что? А, да, и уже видели, поправляет одежду, видели. Здравствуйте, ну, у вас. Да, потому что я ее делал. А, я знаю. А ну, еще раз. Типа поднял что-то? Еще раз покажи.
Да, прикольно, типа поднял что-то с земли и в карман положил. Здрасте, у вас. Ствол. Не могу вам направить в живот пистолет. А, и типа, прикол, прикол. Есть у вас? Да, снова. У меня, походу, не отображается. Нормально, нормально. Да, давай включай. У меня есть, может быть. Давай по новой, здравствуйте. А, видел. Но вот тут вот я чуть-чуть осуждаю, но чуть-чуть нет. Это. Если ты супергерой, то... Куда? Кстати, Кирилл, помнишь, ты говорил про эти самые сцены 18+ характера? Да-да-да. Ну, одна уже есть. Покажешь? Есть у тебя? Выстраивайтесь, ну, блядь, не подходите. А, это я знаю, это я знаю. Это ты уже видел? Это самая первая, которую я увидел. Как по мне, нужно обязательно сделать голландский штурвал. Чтобы 4 мужика остановились и начинали совместную эмоцию. Вот сюда, кстати, повернись, на лавку видел? Повернись. Ты видел то, что добавили с Вастон и Зигу? Я осуждаю. Осуждаю. Красиво лежишь. Нет, так, это вот просто... это чуть-чуть осудительно. Сейчас, подожди, я сейчас подставлюсь. Давайте просто красиво встанем у бочек. Давайте просто друг другу. Мне нравится Суперденс. Сэр, пятерка, это присяга. Никита. А, круто, да-да-да, круто, реально. Это предложение руки и сердца. Вы согласны? Нет, я у меня, я занят. А, сейчас. Давайте, сэр. Воу, щит! What the fuck, мазафака, сука, блядь! Охуеть! Крутой, ты крутой. Да, здравствуйте. Спасибо. Вот, эта анимация была сделана на заказ для Лемикса. Самого Лемикса. Давай. Вот, мною сделано. Вот такой попросил. Гениально. Сейчас, секунду. Может, сутку закинь, бро. В моем кармане донат. Призрачная пати. Good game back. Здрасте, есть что-то? Вот. Да, вот. Ну это так... А, да, типа разминает, кстати. Но это прикольно. Да. Да, классно, я так делаю в жизни. У вас? Я всех застрелю. Так у меня не отображается. Да. Ладно. Я геймер, я выпер, я стример. Что это, Суперденс? Дикий флекс. Выглядит как хуйня. Ладно. Это прикольно, одобряю. А ну, а ты можешь пройтись с ней? А, ну да, типа, я, да, типа в наручниках. Вот это прикольно. Но если бы еще наклон был вперед, то нормально было бы. Вот это видел. Вот это видел. Вот это я хочу себе, кстати. Это круто выглядит. Сейчас объясню, почему круто выглядит сейчас. Он типа опираться может. Вот так и опираться на вот эту вот штуку. И... Мы призраки прошлого, ты же мой будущий. Может, сотку закинь, бро. В моем кармане донат. Да отойди ты, ёбаный Лемикс. Красиво спел, нереально. Иди там свое место займите, вот туда иди. Так, еще а есть у кого-то? А, вот Типоуз я себе тоже хочу, она смешная. Вау. О, кстати, охренеть, а еще сделай, еще сделай. Ну покрутись. Блин, крутой, крутой, ты крутой. А как самокрутка называется? Как самокрутка называется? Да, неважно, у вас нет... Мы осуждаем наркотики. А это что делает? Люди протирают что-то? Что вот это? Что это? О, ебать! Вот это очень круто!
Я бы сыграл на гитаре, но у меня... А, это... Не, а мне показалось то, что тебе типа жарко стало, и ты книжкой вот так машешь на себя, сечешь. С гитарой уже видел. Ну это можно и так отыгрывать, кстати. Да, круто. Ну вот это нормально. А ну, есть у вас что-то еще? Это видео, это ужас. Не, у меня больше ничего нет. Вот это. Smoke some weed. Блять, Никита, это просто пиздец. Посмотрите на Никиту. И на зебре вижу старика седого. Я сбил деда, 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 я сбил деда. А ну, а ты можешь ходить с такой суперденс? Ты с такой можешь? Нет, не могу. А, но да. Можно сделать так, чтобы поза ходить. Чел, ты знаешь, как ходить? Нужно в настройки зайти, зайти в последнюю настройку, как бы найти предпоследнюю, и выкрутить на максимум. Капец, зайти ладно. Зайти в настройки... Что? Дальше? Нас игнорят. Смотрите, я сейчас развалюсь. Нихуя. Включить погромче или сделать что-нибудь интересное? Вот оно при... Ну, чуть-чуть кринжово, но прикольно. Вот это... Выйди отсюда. Чтобы селфи делать. Лев. Это селфи. Сделай, короче, выйди вот всю руку отсюда, в карман. Уйди. Руку в карман. Уходи, Гриффин. Ты меня стрим загриферил. Это селфи. Это для тебя... А, ладно. Это селфи, действительно, да, селфи, задумывалось. Ладно. Это селфи, ладно. Да-да. Так. Красиво поет чел. Есть еще у кого-то что-то новое? Да, у меня я развалиться могу. Давай. А, это тоже прикольная баян. Тема. Но это было бы круто, если бы вот этот робот развалился. У меня есть еще две эмоции. Давай. Сэр. О, вон тот летает. Это баян. Я не знаю, что это, она должна вообще зацикливаться, но не сделала. Еще раз бутербродик. Подожди, а ты ее можешь в воде прокинуть? Прокинь ее в воде, пожалуйста, пойдем. Вот утони и прокинь ее. Давай, прокидывай. Ну типа течением закрутило. Вот это круто. Ты крутой. Гореешь, но говно не тонет. Почему он не всплывает? Ой, бляха, муха. У меня есть кастомная эмоция. Ты ходить с такой можешь? Ты можешь такой ходить? А, да. Да, вот он. Прикол. Кирилл, а вы знали, что у нас TikTok House скоро открывается? Я очень рад, кстати. Да. У меня есть своя кастомная эмоция, давай покажу. Сейчас, подожди. Лемикс, где головку 2 взять? А, видно теперь? Видно? Хз. А, где твоя кастомная? И вот, я здесь, смотри. Давай. Я ее, короче, сам сделаю сейчас, смотри. Давай. Танец коровы называется. Что это? Я не танец знаю, полный пиздец. Он же синяя корова. Согласен, не, да? Ну ладно. Круто. А вы еще раз покажите, сэр. Кирилл, посмотри на мою крутую эмоцию. Сейчас, подожди. Чё это за хуйня, блядь? Чё это за хуйня, блядь? Супер... Бля. Спасибо, солнышко. Суперденс, ты где? Мистер, я здесь, смотри, я вот тут. Смотри, что ты делаешь? Я отжимаюсь над задом. Ладно. Это сложный вид спорта, понимаешь? Что я нашел решение, как отжиматься. Круто. Решение есть пух. Всегда, понимаешь? Да, У кого есть что-то? Ну, блин, у меня не показывается сигаретка. Сигаретка не показывает. Ну да, это потому что у вас нету... Потому что сигарета — это плохо. Чего, бля? Сигарета, фу. Алкоголь, фу. Вы уверены, что это приемлемые эмоции? Алкоголь, фу. Сигареты, фу. Не толкай. Баскет-атлет. Я мозги так очищаю, чего мне нравится. Бля. Не, если бы это был рок... Вчера, на досуге. Охуенно. Я смотрю во все стороны и вижу все, ой. Ладно, время анекдотов, я считаю. Да. Едут как-то в поезде, значит, китаец, русский. Вот я из канала, который по эмоциям.
Да нормально. Не перебиваю. Китаец, русский, значит, и Хач едут в поезде, да? Вот. Китаец поиграл в пятый айфон и форточку выбросил. Все спрашивают, ты чё, это ж пятый айфон. Китаец говорит, да у меня на родине таких навалом, еще возьму. Вот. А Хач, короче, взял арбуз, кусок отрезал, съел. А остальной арбуз взял и выкинул. Все такие, ты чего, арбуз же целый. А, ну, Хач говорит, да у меня таких навалом на родине, еще возьму. А русский взял и Хача в окно выкинул. Ужас! Ужас! Ужас, сука! О, ну ты урод! Почему мой фристайл вырезали из... Может отвлечь? Это все вопросы к Игорю Никсу, он монтажом занимается. Вот тварь. Надо было лучше фристайлить, наверное. Нормально, я на уровне Линдикс. А, пятерку, блядь, я, короче, сейчас убью смешной анекдот, но не получился, потому что у меня сидит микрофон. Это я сплю, стою. Прикольно. Прикольно. А это я, кстати, лежу. О, прикольно, вот это круто. Вот это надо было бы добавить всем. Чётко. Да, это я сделал. Крутой. О, а вот тебя трахают. Спасибо. Чай сит от этого. А можешь меня трахнуть, сегодня... пожалуйста? Можешь меня трахнуть? Ой. Бля, реально, зацените, пацаны, но это новая эра. Снимаем, снимаем, ребята. Это новая эра, блядь. Не для личных целей. Блин, очень круто. Одобряю. Уф, лай. Что вы здесь делаете? Мы кайфуем. Мы показываем, мы как надо правильно кайфовать, знаешь как? Это кок-департамент! Вы арестованы за наличие, слишком много кок. Языка. Да заебали. Я. Я. Пацаны, все вместе. Я. 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 Я в центр. Множество кузаки, бро. Моё кармане да-да-да.